На Пролетарской 61, вот здание этой фабрики можно увидеть, собственно, до сих пор. Но сейчас оно сдается в аренду, а когда-то это была крупнейшая тульская гармонная фабрика. И выпускали для рекламы продукции прескуранты, видите, 1910 и 14-15 годов. Сейчас мы назвали прайс-лист. Там была цена на каждый инструмент, изображение и технические характеристики, а цены на гармонии очень отличались в тот период.